День маці у Беларусі адзначаецца з 14 кастрычніка 1996 года. Тады ж уручылі і першы ордэн маці, узнагароду, якая па сваім статусе нават вышэй знакамітай медалі за адвагу. Галоўны крытэрый выхавання пяцёрых і больш дзяцей. На сегодняшний день 1276 матерей получили орден матери. В этом году 30 человек. Свыше 11 тысяч получили адресную социальную помощь. В целом это та политика, социальная политика, которая сегодня направлена на поддержку многодетных семей. Зараз у Гомельской области проживает амаль 13 тысяч шматдетных семей. Характерно, что каждый год их колькость повеличивается, и хоть такое имкнение разумеют не все, сами мати себе героинями не личат. Для одних это тяжкая, але удячная праца, для інших мара дзяцінства, якая здійснилася зусім як у казцы. Это мечта моего детства, можно так сказать. Как бы в детстве у нас только было двое семьи, но мне всегда хотелось больше детей, чтобы было так все радостно и весело. Я очень рада, что я многодетная мама, что у меня пятеро детей. Я очень счастлива. Наверное, нету такого самого тяжелого. Каждый день с ними, каждый день с семьей. Все, в принципе, нету такого тяжелого. Тяжелое обучение в какой-то мере для старшей дочери, сейчас последний год. А так со всеми занимаюсь, со всеми по-своему тяжело и легко, и комфортно с ними. Нету сильных тяжестей. Руслан Проляскоўскі, Кацярына Сапельнікава, Ігар Марышанка, Тэлерадыёкампанія Гомель.